Привет, друзья! С вами Зверько, и я осознал свою ошибку. Теперь буду делать полноценный обзор скиллов выходящих персонажей. Начнем мы с Хилоса, а потом можно и Диги, если он еще кому-то интересен. Итак, Хилос, кентавр, танкомаг. Пассивный навык – пробуждение крови. Покупая предметы с маной, прибавляется не только мана, но и хп Хилоса из расчета 1 к 1. Это если плюс 500 маны, то сверху 500 хп. Вторая часть пассивки – когда у Хилоса кончается мана, он использует свои хп как ману. Первый навык. Закон и порядок. Выпускает магический снаряд, преследующий цель, который наносит магический урон и оглушает. Летит довольно медленно. Второй навык. Круг запрета. Хилос активирует ауру, которая наносит урон окружающим врагам. Кроме того, аура замедляет бег противника на 6%, атаку на 5% и на 5% больше урона от круга за каждый тик. Складывается до 10 раз. Клевый навык, но жрет непомерно маны. И если оглушают, навык отображается активным, хотя прерывается. Думаю, это исправит. Умереть от него нельзя. Он отключается автоматически примерно при 10 хп. Ульта. Путь славы. Хилос на 6 секунд прокладывает путь, который ускоряет его и союзников в выбранном направлении на 60%, а противника, двигающегося в обратном направлении, замедляет на 70%. Кроме того, лечит Хилоса на 4% каждую секунду его пребывания на пути. Что интересно, первые два навыка стакаются с магическими предметами, то есть можем применять пылающий жезл и жезл молнии. А еще второй навык стакается с проклятым шлемом. А теперь предлагаю понаблюдать геймплей. Всем пока!